Всем привет! Сегодня я расскажу о том, как на телевидении снимается шоу. Сколько в них вранья и подлости. Итак, Андрея пригласили на шоу «Битва экстрасенсов». На собеседовании нам дали заполнить анкету с большим списком вопросов, на которые мы должны были честно ответить. Мы выполнили задание, и нам назначили дату съемки. Каждый ребенок должен был нарисовать портрет ведущей, которую экстрасенс якобы не знает. Изображение портрета передается на монитор экстрасенсу, который находится в другой части торгового центра, где проводятся съемки. Экстрасенс должен по рисунку ребенка рассказать о юном художнике, узнать ведущую и рассказать о ней максимально больше. Итак, настала очередь Андрея. В процессе съемки стало понятно, что наши ответы в анкете нужны были именно для экстрасенса, чтобы он знал, что отвечать. Когда пришло время последнего вопроса, который должен был задать Андрей, в последнюю минуту мы решили изменить его и проверить экстрасенса. Ось, це цей хлопчик, який вам допомагав своїм малюнком. І скільки я раз віджимаюсь? Экстрасенс был не готов к такому вопросу, растерялся и ответил. Ну, я думаю, раз 20. Раз 20 есть? Не. Я отжимаюсь 1000 раз. Вот. Хочу заметить, что на момент этой съемки Андрей мог отжаться 1500 раз и готовился к рекорду на количество отжиманий. За полгода до этой съемки этот же канал снимал другое шоу, в котором Андрей отжался 800 раз. И это было известно всем на этом канале. Диктор этого шоу унизил Андрея, обвинил его во вранье, назвал хвастуном, который ничего не умеет. Оце так маленький хвалько. Можливо, хлопчик и сам у це вірить. Кто не понимает украинский язык, я переведу. Этот маленький хвастун сам в это верит. После выхода в эфир этого шоу я написал комментарий на форуме телекомпании о том, что оскорбительные высказывания, особенно в адрес ребенка, просто недопустимы. Но мой комментарий был удален. Я написал повторно об этом и потребовал, чтобы они извинились перед Андреем. Но мой комментарий также был удален, а я отправлен в бан. На съемке мы разоблачили обман. А в отместку создатели проекта унизили ребенка на всю страну. Это хорошо характеризует моральные качества этого канала.
і підтверджує весь той обман, який вони нав'язують зрителю. Будьте умніші! Думайте своїми мозгами і не піддавайтесь на телевізійні маніпуляції. Не забувайте, що телевидение має огромне влияние на ваше сознание, а брехня дуже часто приводить к печальним последствиям. Не забывайте подписываться на канал. Жмите на колокольчик, чтобы первыми увидеть новые выпуски. Не забывайте ставить лайки. И, пожалуйста, будьте вежливыми в своих комментариях. Всем пока!